Стали известны новые подробности в деле сестер Хачатурян. У отца-насильника, оказывается, могли быть влиятельные друзья в прокуратуре. Об этом свидетельствует переписка Михаила Хачатуряна с его покровителями. На прямой связи со студией сейчас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Она занимается журналистским расследованием. Дина, здравствуй. О чем Хачатурян переписывался сотрудниками прокуратуры? Вы знаете, вот телефон Михаила Хачатуряна был изъят следствием в самом начале расследования, то есть еще летом 2018 года, как вещественное доказательство по делу. Вся его переписка там была изучена досконально, но нам и вообще широкой общественности стало известно только сейчас. Вот там очень интересный у него был контакт. Начался он так. Андрей Шамединович от Саака Альбертовича. И вот этот человек... Вот под этим именем, его телефон и книжки, он ему помогал решать всяческие вопросы. В частности, он помогал ему отмазаться, так скажем, жаргонно, от сотрудников ГАИ. Этот эпизод, кстати, одна из сестер рассказывала на следственных действиях, когда приводила пример того, что отец очень бравировал своими связями и говорил, что вам жаловаться куда-либо бесполезно, я все решу. Так вот, эта девушка, одна из сестер, она ехала с отцом в машине, отец нарушил там все возможные правила, проехал на красный, пересек две сплошные, и когда его остановил сотрудник ДПС, он кричал благим матом на этого сотрудника, обещал большие проблемы и вообще чувствовал себя абсолютно безнаказанно. Позже он детям своим хвастался, что прокурор района порвал этот протокол о правонарушении, и права действительно у Хачатуряна никто не отобрал. Также с этим Андреем Шамединовичем от Саака Альбертовича Хачатурян советовался по поводу комиссии по делам несовершеннолетних. А именно он писал, что вот на завтра назначено совещание в управе, вот, вы что-нибудь сделали или нет. Вот такие вот сообщения, они все есть в уголовном деле, в телефоне Михаила Хачатуряна. Что это за личности, я думаю, несложно. Ну, любой человек может просто в интернете забить вот эти вот позывные, так скажем, Андрей Шамединович и Саака Альбертович, и вы сами видите, что это очень вот поставленные сотрудники прокуратуры. Что их связывало с Хачатуряном, непонятно, но кроме вот этих моментов, связанных с каким-то решением каких-то проблем, они поздравляли друг друга с праздниками, желали там хороших выходных, передавали друг другу подарки, то есть такие отношения очень близкие. А вопрос, который как бы сразу возникает, если телефон изъяли полгода назад, да, и все это время с ним работали, он, получается, не был заблокирован, то есть следователи сразу проникли в тайны переписки? Да, я так понимаю, что следователи имеют какие-то инструменты, чтобы даже заблокированные телефоны открыть, потому что все эти переписки... Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды», пропала, но основное мы выяснили. Саака Альбертович, хотелось узнать, есть ли какая-то реакция непосредственно от человека с этим именем и отчеством. Действительно, поисковые системы сразу выдают человека в синей форме. Некоторые темы, вы знаете... Хочется уже, чтобы они закончились. Кстати, да. Особенно это, о котором мы сейчас будем вести речь. Дело сестер Хачатурян. Сколько уже месяцев оно длится и все время обрастает новыми подробностями. За этим делом внимательно следит наш корреспондент Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Она с нами на прямой связи. Дина, привет. Доброе утро. Дина, согласна абсолютно уже сериал. Да. И начала и конца, и дна нету. Вот именно поэтому, пока вот ты не стала рассказывать, какие новые подробности появились, скажи, пожалуйста, когда выход на финишную прямую? А это понятно, потому что дело до сих пор не передано в прокуратуру даже. А прокуратура еще какое-то время должна его утверждать, или вернуть обратно там на доследование, или передать в суд, или поменять еще, может быть, статью. То есть как бы решающий момент, он еще впереди. И как дальше будет судом? Девочки попросили суд присяжных. И суды по таким делам, они длятся не один день и даже не один месяц. То есть пока конца не видно, скажу так. Но они находятся по-прежнему под домашним арестом. Ну, эта мера называется запрет определенных действий. Это даже не домашний арест, а мягче. Они могут выходить из дома с 7 утра до 9 вечера, ходить на учебу, общаться с подругами. Есть круг людей, с которыми им запрещено общаться. Также нельзя пользоваться интернетом, телефоном. Ну, в принципе, конечно, это наиболее мягкая вообще мера. После подписки они выезжают. Так что...
Слушайте, они дома, да. У многих людей посторонних, понятно, что вся страна принимала в этом участие, но у многих жизнь-то все равно продолжается. Сложилось впечатление, что все уже закончилось. Потому что, еще идет, вот так, понимаете? А в чем, собственно, самая главная проблема на сегодня? Что появились какие-то подробности, какой-то поворот дела? Или все тоже тянется по-прежнему так? Объясни, пожалуйста, нам, дед. Многие люди думают, что закончилось, и сестер оправдали, потому что пару месяцев назад прошла информация, что вот на Хачатуряна Михаила завели уголовное дело по факту насилия над своими детьми, и все решили, что это как бы все. Все поняли. Угу. Отец их насиловал и довел вот до такого, да, это была самооборона. Но на самом деле это абсолютно не конец. То есть к нему действительно было заведено дело, но по факту смерти оно закрыто. Так, таковые у нас юридические нюансы. Только родственники его ближайшие могли настоять на продолжении против него уголовного дела, но, естественно, они этого делать не стали. И девочки как были под статьей 105, часть 2, убийство группы лиц, одна из самых тяжких в нашем уголовном кодексе, так они под ней пока что и остаются. То есть можно сказать, что родственники покрывают этого человека, а своих родственников тоже, сестер, которые, в общем-то, решили вот так свою жизнь защитить, не покрывают. Маш, родственники, там, понятно, свои какие-то отношения, но тут скрылись как раз такие факты о том, кто покрывал самого Михаила Хачатуряна, угу. Потому что с самого начала было вообще не ясно, как человек мог себе позволять столько всего недопустимого. То есть первые же дни всплыла информация, что он там прострелил соседке ногу, и ничего ему за это не было. Что он там матом крыл вообще всех, кого хотел. Что он ездил на своей машине, нарушая абсолютно все правила дорожного движения. Что он приходил в школу к детям, а дети у него последний год вообще не были в школе, там 7 раз, то есть он приходил разбираться с учителем и угрожал ей пистолетом. То есть было непонятно, каким образом вот эта вот безнаказанность непозволительна вообще, что это вот. Что за человек такой, да? Да, и кто же за ним стоит? И что выяснилось, кто же стоит за... стоял, точнее говоря, за погибшим Михаилом Хачатуряном? За погибшим Михаилом Хачатуряном стоял вообще великий и могущественный заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Он сам тоже уже покойник, он разбился на вертолете в 2018 году. Напомню, что это преступление, девочки убили отца, это тоже в 18-м лет. То есть Хачатурян даже раньше умер. И вот этот Саак Карапетян, которого знала вся Россия, особенно криминальная Россия, это прокурор, серьезный человек, он свел Хачатуряна, познакомил с прокурором Северо-Восточного административного округа, где, собственно, семья и жила. И в телефоне у Хачатуряна, телефон изъят как вещественное доказательство, он находится в материалах дела, и вся его переписка изучена следователем. Есть очень интересные переписки вот с прокурором Северо-Восточного округа, его зовут Анри Резаев. Там Хачатурян просит помочь ему, причем в такой форме довольно настоятельно, чувствуется, что он такой, знаете, командует даже немножко, я бы сказала, да, прокурором, там ему помыкает. У меня вот завтра комиссия по делам несовершеннолетних, что же вы ничего не решили, придется мне опять звонить Сааку Карапетяну. Вот такая переписка. Также этот прокурор помогает ему решить вопрос с гаишниками. Этот эпизод описывала одна из сестер Хачатурян на допросах, когда их спрашивают, почему вы не обращались там, в органы, почему вы не жаловались. Она говорит, а смысл был жаловаться. Я ехала как-то с отцом на машине, он нарушил, он проехал на красный свет, потом через 2 сплошные его остановил сотрудник ГАИ, стал лишать, значит, прав, составлять протокол. Он его обложил матом, там была какая-то перепалка случилась. Сотрудник ГАИ даже достал телефон, снимал на видео такую неадекватную реакцию, чтобы себя как-то обезопасить. И отец сказал, ты получишь, значит, у меня проблемы, и протокол этот порвешь. И действительно так и случилось. Он потом хвастался детям, что вот, мои права вернули, а протокол, значит, при мне там порвали. И этот эпизод,
Он также нашелся вот в переписке с Анри Резаевым, напомню, что это прокурор Северо-Восточного округа, о том, как вот он ему, значит, как там дословно написано. Ну, Миша, задача выполнена. Слушай, Дин, слушатели да. спрашивают, причем один и тот же слушатель, видимо, поклонник, пишет, а какое это имеет отношение к убийству? Вот эта часть твоего рассказа, да, какие у него связи были. И дальше добавляет, да, возможно, он был ужасным человеком, но убийство совершил не Хачатурян, а его дочери. Мне очень хочется что-нибудь гадкое сейчас сказать, но я сдержусь, поэтому ответь, пожалуйста. Если человек давит на комиссию по делам несовершеннолетних, которая должна была помочь в семье, да, где происходит насилие, разобраться в этом, возможно, изъять детей, понять, почему они не ходят в школу, вызвать их к психологу. Если бы это все происходило, если бы девочки могли кому-то довериться, да, и рассказать о том, что отец их бьет, что отец к ним пристает, как мужчина, то, наверное, до убийства бы дело не дошло. А если рот комиссии был закрыт, да, высокопоставленными полицейскими, они бездействовали фактически, то что оставалось девчонкам, которые ничего, кроме вот этого ужаса, не видели? В последний год они не имели права практически из дома даже выходить, пользоваться телефоном. То есть они были абсолютными рабынями в доме своего отца. Дин, еще один вопрос, который также появляется, и тоже могут слушатели, здесь он задается. Ну, казалось бы, телефон убитого Михаила Хачатуряна был изъят с самого начала. Действительно, это все превращается в какой-то многосерийный криминальный сериал, и каждая серия, в том числе с твоим участием, когда ты рассказываешь какие-то подробности, и казалось, почему нельзя все сразу, и переписку опубликовать, и как он дочерей, собственно говоря... Насиловал, Миша. Нет, ну, там не по переписке, нет, переписку опубликовать, где он на них просто матом орет, да, переписку вот с этими прокурорами и прочими. Да, почему все дозировано, все вот как по серии. Закончился сезон, начинается новый сезон. Это все связано с тонкостями нашего уголовного делопроизводства. Просто пока дело не закрыто, следовательно, пока идет расследование, есть тайна следствия. И адвокаты, и все участники процесса, они находятся под подпиской о неразглашении. А вот когда дело уже готовится для передачи в суд, то все участники, опять же, процесса знакомятся и могут после этого эти данные уже публиковать. Я вам больше скажу, что это не конец. Там еще очень много всяких фактов, которые просто еще вызовут. Дин, пока успеваю, да, мы поняли, пока успеваю, вопрос от слушателей тебе. Вот. Как было доказано изнасилование? Со слов дочек, ну, с моих слов можно и Марию обвинить в моем изнасиловании, тем более, что я вчера в Москве был. Это от Дмитрия, жертвы моей потенциальной. Как было доказано? Можешь прокомментировать? Есть судебно-медицинские эксперты, которые обучаются таким моментам там, в течение 8 лет. Это из института сербского. Они установили, что были факты насилия. Вот я думаю, Дмитрию мы предоставим, наверное, какой-то ответ в ближайшее время на странице газеты, попросим судмедэксперта рассказать, каким образом, да, это все происходит и устанавливают те или иные обстоятельства. К нам, друзья мои, к нам сыпятся смски, после которых хочется крикнуть: люди, вы звери. Смотри, что пишут. А убежать из дома они не могли, решили убить, сговорились предварительно. Давайте так. Подожди, Дина, что Дина, да? Здесь ничего удивительного. Люди, которые не сталкивались с домашним насилием никогда, которые вообще не понимают, что это такое, да. Вот они такие вопросы обычно задают. Это догмат, это сами виноваты, да. Это нормальные люди, на самом деле. Нет. Зайдите, пожалуйста. Дин, спасибо тебе большое. Поговорили бы еще, но время эфира поджимает, поэтому... подробности, как все это происходило, что установило следствие, были проведены следственные эксперименты и видео с этих следственных экспериментов. Ну вот для того, чтобы вот на такие вопросы не отвечать, зайдите на сайт «Комсомольской правды». Дина Карпицкая ведет это дело, сестер Хачатурян, в издательском доме «Комсомольской правды». Прочитайте.